Итак, всем привет, и здесь у нас стоимость безрамочного Ульфона S8 Pro с двойной камерой упала ниже плинтуса. Недавно представленный бюджетный смартфон Ульфон S8 Pro получил ряд интересных особенностей. У него практически отсутствуют боковые рамки, а двойная камера с сенсорами на 13,5 мегапикселей позволяет делать фотографии с размытым фоном. Также в нем установлен 5,3-дюймовый HD-экран, 4-ядерный процессор MediaTek, 2 ГБ ОЗУ и накопитель на 16 ГБ. Производитель снял видео, чтобы показать, как производительность аппарата хватает нам все повседневные задачи, в том числе и в игры. Кроме того, до 31 августа стоимость смартфона снижена и составляет менее 5000 рублей, а в подарок предлагается чехол. Протестировать возможности смартфона производитель решил в самых сложных задачах – играх. На Ульфон S8 Pro запустили раннеры Temple Run 2 и Subway Surf, а также популярный гоночный симулятор Asphalt 8. Во всех этих играх производительность и скорость отклика имеют решающее значение, так как любая ошибка или задержка может привести к проигрышу. Ульфон S8 Pro без проблем справляется с запуском всех трех игр и демонстрирует плавный игровой процесс. Технические характеристики Ульфон S8 Pro такие: 5,3-дюймовый HD-дисплей с 2,5D стеклом, 4-ядерный процессор MediaTek MT6737 с актовой частотой 1 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной памяти, поддержка карт microSD, двойная камера с модулями на 13,5 мегапикселей, диафрагма 2,2, 5-мегапиксельная фронтальная камера, сканер отпечатка пальцев, аккумулятор емкостью на 3000 мАч. Габариты устройства 146,4 мм по высоте, 72,2 мм по ширине, 9,2 мм толщина, вес 184 грамма, ось Android 7.0 Nougat.